Всем привет! Привезли Honda CRF450R 2006 год или 2007, не помню, в общем, не суть. Значит, там проблема была с тем, что не заводится ни на холодную, ни на горячую. С этим разобрались. Вот, с этим все хорошо теперь. Значит, сцепление также. Клиент говорил, буксует, не едет, я прокатился. Действительно, мотоцикл едет, но газ открываешь, он обороты набирает, но не разгоняется. В общем, вот я снял крышку сцепления. Видим, да? Диски фрикционные болтаются в корзине. Установлены неправильно здесь видно. Ну, сейчас снимем, посмотрим, что хватает, что не хватает. Но самое главное, хотел показать. Вот на помпе, вот у нас корпус водяной помпы, это сливной болт. Здесь вот видим, да, саморез скручен, вот он. На самом деле, даже когда мы привозили мопеды из Финляндии, ну или мотоциклы, тоже я там такое замечал, кто гвоздь вставлял, кто болт, кто саморез. То есть его вставляют туда, когда начинает с этого отверстия капать антифриз. Вот, но это отверстие нужно специально для того, чтобы он капал, когда у вас сальник, вот этот первый. Здесь стоит на помпе два сальника на валу. Первый, который отвечает за внешний контур, тут где тосол, получается, циркулирует. А внутренний сальник, второй, отвечает за внутренний контур, там где у вас масло. Так вот, чтобы, когда у вас один сальник начинает пропускать, чтобы вот этот антифриз не начинал попадать другой контур, чтобы убрать давление вот на второй сальник. Для этого сделано вот это вот дренажное отверстие. Значит, когда с него начинает капать, нужно не затыкать это отверстие, а нужно разбирать помпу и смотреть, что там с сальниками, что там с валом. Поэтому такой колхоз дичайший. Обращайте на это внимание. Всем спасибо.